вопрос тоже второй. Отчет судебных исполнителей перед Каргау и департаментом. У Черного я вчера был тоже. Не создал. Василий Васильевич, вы тоже обязаны сюда приехать. Вы это начинали, вы должны департамент соцзащиты и труда. Вы это начинали, вы обещали помочь, вы должны до конца. Вы там ошибки сделали в январе. Вот ошибки — это фигня. Да, ошибки не сделали, мы бы уже раньше. Я тебе говорю. Прокуратура категорически отказывается этим заниматься. Правильно? Нет, нет. Подожди. Судебный исполнитель, стой. Ездили к судебному исполнителю? Ездили. Что они сказали? Какой метод воздействия? Подожди. Метод воздействия на какой? На работодателя? Мы можем выписать административный штраф или привлечь к уголовной ответственности. Они привлекли? Нет. Почему? Они говорят, а нам отказали. Кто отказал? Папа Римский. Прокуратура отказала. Так? Да. Вот. Какие вопросы? На чьей они стороне? Вот, слушай. На чьей они стороне? Вова, на стороне преступников. Все, по суду они преступники. Все, Вова, слушай меня. Вчера мы вдвоем ездили на специально внепланово это. Я позвонил, говорю, если у нас сейчас не примет сам прокурор, да, не примет, то мы все равно без вас будем все это. Вплоть до того, что... Принимает, не принимает. Нет. Вот смотри. Жесткий вопрос. Самая у них реабилитация — это начать выплаты немедленно. Нет. То есть сегодня мои требования будут такие. Да. Вот. Сегодня, Володя, нет, я эту площадь залью кровью. Послушай, Володя. Я дошел до краю. Володя, послушай меня, послушай. Вчера я с прокурором, с помощником, мы поговорили, я говорю, вы откройтесь, есть статья судебных исполнителей. Там четко, я не помню, какая статья. Да не важно, вот, да. Они все это прекрасно знают. Да, там есть четко ясно написано, что по решению суда июльского, который мы выиграли, апелляционное, кассационное, 16 июля, который, да, они вот на, у них счета есть, есть наши, товар, да, на складе, да, у них все есть. Нет, нет, они, судебные исполнители, имеют полное право наложить арест. Полное, есть статья. Нет, они должны наложить арест. И никаких. То, что вот это оттягивают, это все, это не пойдет. Это за счет прокуратуры оттягивают. Вот, это не пойдет.